Привет, меня зовут Алекс. Я начал носить очки, когда мне было 5 лет. Врачи сказали, что у меня близорукость минус 0,75. В очках я видел, что написано на доске, но с каждым годом они становились все сильнее и сильнее. Когда мне исполнилось 16 лет, у меня уже было минус 6. В 21 близорукость увеличилась до минус 7. Когда я был в университете, я все еще мог видеть хорошо в моих очках, изготовленных по рецепту. Но потом мое зрение стало резко ухудшаться.